Лошадей, пропавших во время тумана, полицейские вернули сельчанину в Туркестанской области. Мактаральский районный отдел полиции обратился к местным жителям и сообщил, что у него с пастбища при неизвестных обстоятельствах пропали 8 лошадей стоимостью около 5 миллионов тенге. Получив сообщение, стражи порядка сформировали мобильную группу и приступили к поисковым мероприятиям. Полицейские внимательно проверили близлежащие территории и направления, куда могла уйти скотина. Сотрудники полиции в кратчайшие сроки обнаружили пропавших лошадей, пасущихся в подлеске в 20 километрах от места выпаса. Как выяснилось, табун лошадей пропал во время резкого ухудшения погоды и тумана. В свою очередь, владелец скота выразил благодарность полицейским за оказанную помощь в поиске пропавшего скота. Полицейские предотвратили возможную трагедию в Шымкенте. Внимание ночных дежурных ЦОУ привлекло поведение водителя и пассажира «Лада Гранта», припаркованного перед одним из магазинов по улице Рыскулова. Они едва держались на ногах и падали. Несмотря на сильнейшее алкогольное опьянение, мужчина сел за руль и, выпив очередную бутылку, начал движение. Машину удалось остановить вовремя. Подоспевший патрульный автоэкипаж переградил ей путь, не допустив тем самым вероятное дорожно-транспортное происшествие. Нарушитель взят под арест на 15 суток за пьяное вождение. Теперь он не имеет права управлять автомобилем следующие 7 лет. Полиция предупреждает о рисках и нежелательных последствиях пьяного вождения и призывает граждан сообщать о подобных фактах по номеру 102. Ернур Бабиев, Ербол Мухашев, новости.